Йоу-йоу-йоу, всем привет! Сегодня у нас на распаковочке очередной планшетик. Почему это очередной? Давно у меня планшетиков не было, да, на канале? Все какие-то странные распаковки вроде. Зачем я вообще взял этот нож? Эй, ладно. Все у меня на канале микрофибры и все такое. А тут планшет. Планшет у нас непростой, а золотой. Называется он Cooptalk 7X. Собакин кукин квакин. Как же его открыть? Вот здесь он нам и пригодится. Мал золотник да дорог, да? Ну, без коробки, без ничего. Скромно упаковали. Тут же покупал на Алиэкспрессе у Eternal Team'ов. Магазин очень большой. Просил скидку. Скидку не дали. А, вон, надо еще и это. Зарядное отдельно сразу под наш розетку. Ну, круто. Смотрим. Ацубе. Почему Ацубе написано? Интересно. Честно говоря, кубами еще ни разу не пользовался. Это у нас 7-дюймовый планшет. Стоит он что-то, сейчас скажу, даже вот у меня здесь открыто. Ай, боже мой. 80 что-то долларов я за него отдал. 83 доллара, что ли. Если мне не изменяет мой маразм. Какие-то прикольные штуки. Ладно, сейчас с этим разберемся. Для своей стоимости он предлагает очень много всего неплохого. В частности, с него можно звонить, использовать телефон как звонилку. Ну, сразу загрузился, батарейка не севшая. Прикольно, хорошо. Пока загружается. Немного о технических характеристиках. Что у него есть? Ух ты, какой-то VIP, что-то мне положили. Что это за фигня, интересно? Что-то стирается. МО, КППО. Не знаю, что это. Короче. Много всяких разных бумажечек, смотрите. Ой, китайцы поналожили уже, всякого разного понакладывали. Уже загрузился планшет. Не успел. Вот тут даже и написано, что у него есть. 3G, 13 тысяч непонятных иероглифов, GPS, FM-радио и много-много разных плюшек. Дисплей, по идее, у него должен быть TN. Или IPS. Нет. Существует несколько версий этого планшета. С разными процессорами, с разной начинкой. Так, где же звонилка? Я хочу звонилку посмотреть. Эх, придется отклеить эту ерунду. Ненавижу людей, которые не отклеивают вот это. Я знал одного чувака. У него был Galaxy Tab 2. Он его купил в 2011 году, что ли, или 2012 году. И с тех пор его не снимает. У него уже с этой стороны вот так пыль забилась. Ну, видимо... Люди ему говорят, эй, дебил там, ну, сними свою пленку. Дергает ему, и туда пыль попадает. И у него уже вот так наполовину пыль. И все равно. Причем, знаете, на Samsung они же обычно тоже пишут там AMOLED, туда-сюда. А ему пофигу. Короче, от лирики к делу. Где звонилка? Покажите мне звонилку. Я ее не вижу, честно говоря. А, вот она. Не видит он. Emergency call. Угу. Прикольно. Так, а как туда в симку вставить теперь? Наверное, где-нибудь сбоку должна быть какая-то штука. О, вот, правильно я все придумал. Ну, прикольный планшет-то, телефон, скажи, в руке лежит так. Ну, конечно, звонить по нему, мне кажется, будет не очень удобно. Не знаю, я даже по нему, мне кажется, и не буду звонить. Почему взял? Потому что... Как мне кажется, потом перепродать это все дело будет легче. Сами понимаете, у меня техноблок. Я не могу себе позволить все это дело держать при себе. Мне нужно от этого всего избавляться после обзора. Когда продаешь планшеты без 3G, все время люди пишут по объявлениям, типа, вот, симка оставляется. Я им говорю, нет, симка не оставляется. А для них это, оказывается, основной критерий, по которому выбирают планшеты. Так, ну что, придется свою вставить. А у меня же микро. Как бы сделать? И, в общем, я подумал. Так, ну даже две симки, смотрите. Вот одна, слот для первой и для второй. Ну, прикольно. Что-то там написано. Ну, ладно. Это все дело мы потестируем, в обзоре покажем. Что там, как там. Отдельно, может быть, залью его функции звонилки. Так, что я хочу посмотреть у него сейчас? Language надо поменять сперва. Боже мой,
Лангуаге. Куб, кстати, неплохая фирма. Я о ней наслышан. Говорили очень много лестных отзывов. Типа такие-такие хорошие производители. Но пока работает, мне кажется, все довольно шустренько. Ну, в принципе, чему тут лагать, да? Если-то ничего не установлено, никаких иконок, ничего нету. Я бы зашел в Play Market и сразу бы его потестировал на Антуте. Да, в другой раз. Ладно, хорошо, окей, в обзоре все покажем, все расскажем, что-то как. Единственное, так, что здесь вообще есть? Здесь 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт накопителя. Потом, что процессор у него, честно сказать, уже не помню, но, по-моему, NTK8382. А, нет, это же четырехъядерная версия. Значит, здесь будет... По идее, здесь должен стоять тоже процессор от МТК, но двухъядерный. Вот, видите, U51GT. Есть тоже U51GT, но с четырехъядерным процессором, с MTK8389, как я сказал. Вот он уже окта-кор, но он и дороже, он там 100 с чем-то стоит. Честно говоря, мне все равно. До него то, что я купил, мне пока, ну, можно сказать, нравится. Звук бы потестировать. Вот диспетчер файлов, пожалуйста. Эй, сейчас посмотрим. Музиц. Нема. Рингтонс. А вот какой-то джипеговский что-то есть. Угу. Посмотрим. Ну, даже видосик какой-то есть, но тестовый. Так, где качелька громкости сразу. Уже хорошо. Ну, динамик. Да, неплохо, если так играть. Да, не закрывается. Ну, не думаю, что он игровой. В общем-то, понятно, да? Матрица IPS. Ну, сразу можно сказать, что это IPS. Потому что под всеми углами, в общем-то, не выцветает, да? Я уже думал, будет дешевая ТН-ка. Испугался. А, нет. О, камера. Ой, камера, да. О, камера, я люблю тестировать. Здесь вот одна камера и вот вторая камера. Две они должны быть на 2 мегапикселя. Шах. Без автофокуса теперь. Как вот. И вон, смотрите, какой красавчик. Не брился, правда. Шах. Тоже без автофокуса, да? Ну и попробуем видео снять на основную камеру. Хотя кто будет основной камерой пользоваться, да, в наше время на планшетах? В основном же их используют для разговоров по скайпу. Поэтому логичнее было бы писать, наверное, на фронталку. Ну, пойдет. Потрясем! Макро, микро, ничего она не снимает, ничего не умеет. В конце видеоролика вложу, поставлю, посмотрите, зацените. Ну, паршивенько, да? Ну, что вы хотели? Планшет меньше $100 стоит. Ну, пока нравится. Знаете, с Ondo у меня тоже была такая. Поначалу вроде нравилось, все ничего. Но потом... Да и потом нравилось. Единственное, я глюк нашел в ней. Глюк тача. Но так ничего. Ondo тоже неплохая была. 811S. Ладно, что-то я уже совсем заговорился. Всем спасибо за внимание. Ждите обзор. Обзор будет, как всегда, в моем стиле. Ну, все, всем счастья, здоровья, с праздниками и пока. Кстати, кто будет основной камерой пользоваться, да, в наше время на планшетах? В основном же их используют для разговоров по скайпу. Поэтому логичнее было бы писать, наверное, на фронталку. Ну, пойдет. Потрясем! Макро, микро, ничего она не снимает, ничего не умеет.